Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Как плести вот этот элемент, который может использоваться как листик или лепесток, ссылочку вы увидите сейчас на экранах. Теперь я хочу рассказать о том, что можно вставить в серединку. То есть все элементы надо собирать вокруг какого-нибудь элемента еще. Серединки, потому что так они вот не связываются, и внутри не хватает чего-то. Можно использовать камышек. Это камышек самый обыкновенный, самая первая разновидность и самая легкая. Сегодня будем разговаривать про него. Вот это вот, то, что он длинный, и он прочный. Это из трубочек, накрученных на спицу 1 мм. И ширина полосы 7 сантиметров. То есть вот он получается такой. Из тоненьких получается вот такой. Это не нарощенные, здесь нарощенные трубочки. То есть надо вам смотреть по длине, какая нужна вам длина. Сколько нужно на цветок. Плетется он легко. Берется две трубочки. Если нужна короткая версия, если это будет не длинная, а короткая для маленького цветочка какого-то, берутся две трубочки. Я их делаю плоскими. Складываются крест-накрест. Вот так. И вот та, которая внизу оказалась, трубочка. Нижней оборачиваем верхнюю. Теперь верхние, нижние оборачиваем верхнюю. Они постоянно меняются. И вот квадратик делаем. Просто складываем гармошкой. Потом я их собираю все и перевяжу сейчас ниткой, и они, он вот собранный вот так вот. А потом я его просто вытягиваю. Трубочки эти у меня накручены на спицу 1 миллиметр, но ширина полосы 3,5 сантиметра. Покрашены трубочки, ссылочку вы сейчас увидите на экране, и я ее оставлю в описании под видео. Трубочки у меня обработаны так же, как трубочки для плетения, лак-вода с добавлением бальзама. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.